Предприятие Фергана Global Textile, расположенное в Ферганской области, посетила группа зарубежных гостей. На этот раз специалисты из Швейцарии решили совершить визит в кластер Global Textile Group в Ферганской долине. Наша съемочная группа не осталась в стороне и также побывала на этом предприятии. В настоящее время текстильный комплекс функционирует на полную производственную мощность. Гостям был показан видеоролик и презентация, в которой рассказывается о деятельности Global Textile Group. Затем зарубежные специалисты ознакомились с деятельностью предприятия. Вначале они направили в прядильный цех. Мы, в свою очередь, вместе с гостями увидели весь процесс изготовления полуготовой продукции, начиная с подготовки пряжи. Здесь на 21 станке 4 видов производится готовая продукция в виде ткани по заказу. Мы, операторы станков, наблюдаем за их работой. Полуготовую ткань после этого отправляют в покрасочный цех. В нем имеются лаборатории, которые контролируют показатели качества окрашенной ткани. Вместе с тем, в рамках программы «Рейтер» по обучению специалистов процессам предельного производства, группа преподавателей из Наманганского инженерно-технологического института проходит практические занятия на предприятии Фергана Global Textile. Приглашенные тренеры Швейцарии и Индии дают углубленные знания участникам по всем технологическим процессам и механическим настройкам оборудования «Рейтер» для достижения оптимальной переработки сырья как представителей отечественных, так и зарубежных текстильных фабрик. Практические занятия на примере установленного на предприятии оборудования позволят повысить квалификацию преподавателей института, которые будут дальше передавать свои знания студентам и другим специалистам в этой области. Тут находятся ваточесальные машины. Такие станки у нас в новинку, и с их помощью можно производить тончайшие, но высококачественные нити. В ходе семинара специалист тренинг-центра швейцарской компании «Рейтер» поделился с гостями своими знаниями по текстильной отрасли. Фергана Global Textile – одно из ведущих предприятий в Узбекистане, поэтому сюда и съезжаются многие, чтобы перенять опыт работы. Что касается производства, то вы сами можете убедиться в слаженной работе квалифицированных кадров и взаимосвязи современных технологий с качественной продукцией. Таким образом, текстильный комплекс сочетает в себе процесс, начиная с выращивания хлопка и заканчивая изготовлением готовой продукции. С помощью капельного орошения на площади в 213 гектар выращивается хлопок. Мощность предприятия 18,5 тонн бобинных нитей и 7,5 тысяч тонн трикотажа и столько же окрашенной ткани. Готовая продукция экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии.